Ребята, ну а перед просмотром этого видео я бы хотел проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за целые 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик? Ребята, давайте проверим, сколько же вас таких успеют это сделать. Даю вам 3 секунды. Раз. Ребята, быстрее подписываемся, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. 2. Быстрее, быстрее. И последняя секунда. 3. Я надеюсь, то, что вы, ребята, успели. Но если не успели, то просто прямо сейчас сделайте это. И вот просто прямо сейчас еще нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. И также, ребята, решите мой суперский пример. Сколько будет 11 плюс 22? Да, напишите свой ответ в комментариях. Ну а на этом все. Я надеюсь, то, что вы все сделали. Теперь приятного просмотра. Ой, так, где это я? Видимо, машина времени сработала, да. Мне просто полицейские сейчас позвонили на мой телефон и сказали, чтобы я подошел к домику Маши и Медведь. Вот, я опять, в общем-то, вернулся в мир смешариков, да. Ну, тут не только смешарики, но, в общем-то, вот тут еще и живут Маша и Медведь и все такое. Да, я не знаю, для чего это им. Но вон там полицейская машина опять стоит, и я не знаю, для чего опять им. Что это такое? Что с Машей? Что тут произошло? О, привет, Юнгелбой. Короче, мне кажется, это сделал Медведь. Но мы никак не можем его найти. Вот, в общем-то, мы нашли орудие преступления в доме, да. Ведь там был ножик. Вот, и что-то случилось с Машей. Да, вот. И мы Медведя никак не можем найти. Помоги нам, Юнгелбой. Хорошо, полицейский, я, конечно, вам помогу. Так, ладно, я сейчас сначала смотрю дом. А, да, конечно, и убери еще улики там всякие. Да, хорошо, я обязательно уберу. Так, давайте уже начнем осматривать дом, то есть место преступления. Я не знаю, что тут вообще происходит, но вот, в общем-то, вот такой вот дом. Да, и что тут вообще произошло, я просто не понимаю. Так, в общем-то, видимо, тут все произошло. Так, в сундуке у нас... Он вообще открывается? Да, открывается. Так, так надо... Тут вроде бы ничего такого нету. Орудия преступления они уже нашли. Нам нужно сейчас, значит, найти Медведя, да? Судя по всему, так, полицейский, я одолжу вашу машину, хорошо? А, да, конечно, одолжи. Так, ладно, давайте тут мы все сломаем. Так, ребята, кстати, вот такая вот машина опять же у нас. Вот, так вот можно садиться. Так, главное тихонечко вот так вот как-то проехать, потому что, ну, давайте, я не знаю. Так, 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 так. Ну же, давай, ты сможешь. Давай. Поворачивай, теперь сюда поворачивай. Так, все, отлично, фух. Фух, ребята, мы проехали вроде бы на этой машине. Вот так вот она едет, смотрите, да, ребята. Так, 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 давайте попробуем куда-нибудь проехать на ней и найти уже медведя. Вот, я не знаю, что вообще будет. Так, 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 давай тихонечко. Так, вроде бы тут ничего нету. Так, ну нам нужно найти его. Сейчас мы будем его искать. Ё-моё, так, я не знаю, где он может прятаться. Он может вот в этих вот заброшенных зданиях прятаться. Вот, надо, в общем-то, посадить медведя потом в тюрьму. Будет, и отвезти его туда, потому что, да, ребята. Так, а Машу надо будет в больницу потом отвезти на этой машине. Так, поэтому аккуратненько вот так вот едем. Да-да-да, так, тормозим вот тут, давайте тут все осмотрим, может быть тут где-то Миша будет, да, Мишка, точнее, да, медведь, вот, но тут никого вроде бы нету, так, где же он может еще скрываться-то, ребята, я даже вот вообще не понимаю, где он может скрываться, но давайте мы проедем вот так вот, не-не-не, так, кстати, давайте попробуем бедрок сломать, нет, лучше я не буду это пробовать. Так, ой-ой-ой, о, нифига себе, смотрите, бедрок сломался. Так, 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 что вообще происходит? Так, так, аккуратнее. Так, так, так. Вы видели, да, ребята? Раньше такого вообще не могло быть, так, ой-ой-ой. Я в воде тут застрял, кажись. Да, ладно, давайте поехали уже искать медведя. Я просто не знаю, где он. Но мы сейчас попробуем его найти и, в общем-то, отправить его в тюрьму. Так, 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 давайте быстрее вот так вот ездим. Ездим где-нибудь по карте. Так, ладно, давайте уже поехали в ту сторону. Сейчас мы попробуем его вообще найти. Ой-ой, я дерево тут сбиваю. Неаккуратно, конечно, я езжу. Да, не особо аккуратно, но... Но, ё-моё, я сейчас всю машину, мне кажется, разобью. Так, давай, тормози. Все отлично, так, фух. Так, и то мы тут это... Так, это фиксики вроде бы.
Так, ой, а что тут Джейсоны делают? Ничего себе. Так, так, так. Ну тут, тут вроде бы ничего нету, да. Так, тут его нету. В общем-то, давайте, ладно, поедем сейчас на затонувший корабль. Так, может быть, он там будет? Так, 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 давайте, 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 погнали. Погнали уже быстрее, быстрее, быстрее. Так, давай, давай, давай. Давай вот так вот разгоняемся. Смотрите, как тут просто можно разгоняться. Вообще, да? Просто круто. Так, ладно, давайте мы сейчас разгонимся. Вот, так, 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 давай, 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 поехали. Ой-ой-ой, так, я этот, кажись, чуть это, чуть машину опять не разбил. Так, ладно, поехали в лес, мне кажется, он там где-то прячется, этот медведь, да, и он во всем виноват. В общем-то, вот, так, 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 стоп, 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 тормози, тормози, тормози. Так, аккуратненько, вот тут надо вообще аккуратно быть, потому что, ну, не знаю. Так, я не знаю, как мы вообще тут собираемся проехать, но мне кажется, то, что мы не сможем этого сделать. Или сможем, подождите. Подождите, да. Так, ой-ой-ой. Так, ладно, стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, надо дерево тут сломать, мне кажется, да. И уже проехать, попробовать. Так, давайте проезжаем, проезжаем, проезжаем. Так, ой, аккуратненько. Аккуратненько, все, все, все. Тормози, тормози, тормози. Так, все, фух, фух, ребята, так. Так, все, мы вроде бы. Мы вроде бы. А? Что это, медведь? Так, да неужели? Да не может такого быть. Так, ой-ой-ой, а что он тут делает? Ё-ма, ай, так он больно так-то дерется, так. Надо было с собой полицейских хотя бы захватить, чтобы они с ним как-то это подрались тоже. Так, ну ладно, давайте уже попробуем что-то с ним сделать. Ай-яй-яй, так. Так, давайте, ну же, ну же, ну же, давайте. Ну, ё-ма, нет, 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 только, только не на меня иди, только не на меня, медведь. Так, он какой-то опасный, агрессивный медведь. Вот потому что он меня бьет. Не знаю зачем, но он меня бьет. Так, ребята, давайте, давайте, давайте. Вот так вот фигачим его просто. Так, это вот сюда вот давайте поставим. Так, ну же, ну же. Ну, давай, медведь, чё ты? Чё, испугался, что ли? Да то, что ты в полицию попадешь. Так, так, так. Так, ой-ой-ой, так, давайте вот тут вот его уже это. Бдыщ. Давайте, 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 бдыщ, бдыщ, бдыщ. Так, все, отлично. Почти, почти так. Все, фух. Ой, ребята, мы кажется, его. Это, ребята, убили. Не знаю почему, но мне так кажется. Так, ладно. Ё-моё, так, давайте сядем за руль уже. Так, все, надо уезжать отсюда. Вот так, только надо. Так, все, отлично. Так, давай, 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 поднимайся, поднимайся. Так, выезжаем, выезжаем, выезжаем отсюда. Давайте быстрее, быстрее, надо выехать отсюда. Так, главное, чтобы полицейские не увидели этого, то, что я вообще что-то сделал тут. Да, ай-яй, так. Мы как-то это проехали, в общем-то, так. Всю машину, в общем-то, я уже разбил. Да, но, в общем-то, так получилось, что я не знаю, может быть, надо их обоих на скорых как-то отправить. Так, 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 давай, 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 давай. Тормози, 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 быстрее тормози. Так, давай, 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 тормози, пожалуйста. Так, давай, давай, заезжаем, заезжаем. Все, в общем-то, давайте все тут останавливаемся просто. Так, все, фух. Фух, все, в общем-то, я нашел этого медведя и этот. Я его, кажется, случайно это. Что, убил? Да. Ой, ничего страшного. Ладно, давай Машу бери в больницу и убирай тут все улики. Хорошо, сейчас я Машу возьму, короче, на кровать. Да, имеется в виду, вот. То есть, чтобы ее увезти так. Давайте вот так вот возьмем ее. Так, фух. Я надеюсь, в больнице ее как бы все будет с ней хорошо вообще, да. Так, давайте тут все уберем быстренько. Вот так вот. Так, так, так. Все, отлично. Отлично просто, ребята, все, давайте, поехали. Поехали уже отсюда, вот так, давайте тут все уберем, полицейские. Так, все, отлично, фух, давайте уже поехали в больницу Машу отвозить. Вот. И, собственно, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, давай, 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 давай. Нужен, 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 давай. Так, поехали. Все, отлично, мы поехали. Так, все, давайте увозим, в общем-то, в больницу. Там нам нужно переплыть океан. Вот, чтобы увезти в больницу, как бы. Да, вот так, так, так. Так, все, во-во-во, отлично. Вот на этом берегу, то есть находится больница. В общем-то, ладно, я поехал увозить ее. Так, все, ребята, в общем-то, я отвез уже Машу в больницу. Во, теперь смотрите, самое прикольное, тут медведь. Все, забираем его и увозим в тюрьму. Оказывается, все с ним хорошо, то есть, да, ребята. Вот, и, в общем-то, все с ним нормально. Так, давайте, погнали.
Так, садимся. Ну же, давай, выезжай, пожалуйста. Так, ай-яй-яй. Нужно. Ну, выезжай, давай. Так, давай отсюда выезжай. Так, давайте задом как-нибудь уедем отсюда, вот. Так, ой-ой-ой. Тут вообще какая-то фигня происходит. Так, давайте вот так вот выезжаем. Вот так, смотрите, разворачиваемся и едем сейчас в тюрьму. Да, эту машину очень трудно управлять, потому что, ну, это, ё-моё, реально очень трудно сделать. Так, ой, я, кажется, всё её, уже это, сломал машину. Да, эх, так я сломал машину, так давайте её, в общем-то, ну же. Так, ладно, в общем-то, сейчас я уже сам вот так вот вылезу, да. И возьму сейчас вас, полис, да, называется полис. Все отлично, вот он у нас есть, ребята, да. И сейчас мы его берем просто и ставим сюда, и он как новый. Вот, то есть, да, и аккуратненько давайте поедем. Так, давайте поехали.